По ходатайству следователя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что по версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. В настоящее время следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, а также опознание. Назначены судебные экспертизы и проводятся другие следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.